Так, живой чувак. Держись! Я рядом с финишем пролетел. Чёрт. Ау. Да блин, что ты постоянно? Так, куда попал, просто жму. Желательно за краешек. Ой, черт. Так. Держись! Оу. Каким образом он голову вонзил в стену? Держись, блядь! Так, хорошо. Так, я держусь, держусь! Давай, блин! Так. Окей, я уже понял приемчик тут. Да. Четко посередине прошел. Так, за 20 секунд почти прошел. Так, ох, сколько гигов-то заняло. Epic Hut Donation. Блин, если бы я еще фрапсом тут снял, то вообще капец был. У меня же сквиз бы взорвался от такой мощи. Что это было? А, что-то связанное с сердцем. Понятно. А, ненавижу вот эти... Просто смотреть тут эпик джамп. О, он допрыгнул, удивительно. Скорая помощь везет сердце. Боже мой, как она медленно идет. Эпичный прыжок. Перевернулась и выжили. Блин, что же за драндулет такой? А, сердце выпало. Да, оно катится. Вообще не туда, куда надо. Эпик спайк. О боже, что это? Извини, жирная тетка, это мое сердце. О хо хо. Так. Блин, сколько же автор над этим работал-то? Блин, за что так чувака? Жестоко, его сердце. Damn it! No! Oh, God! Oh, God! Save me! Да, ему в дырку-то не попало. Ужас, как ему дырку-то пропилили там. Epic Mind Throw. О боже! Метать мину! А вы шутите, чуваки. Я не хочу метать мину. Короче, фигня очередная. Опять бутылки! Сколько можно на бутылках кататься? Это вредно для здоровья. И вредно для вот этого сына. О боже. Это был эпик. Я почти дошел. Давай, 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 давай. На одном колесе. Хоть легкий. Опять Bottle Run. Эксперт. Был экстрим, теперь эксперт. Чё ж так все бутылки-то любят? Это был эксперт. Отлично. Only for pros.
Для про, посмотрим, что же для про. Что ж тут творится-то? Да, это реально только для про. Я не про. Legendary Stars. Что? Легендарные лестницы? Ничего тупее не могли придумать. Прощай, сын. Ау. Ау. Я как-то еще качусь на велике и выжил. Так, Excite Bike номер один. Так, поехал. А байк ничего так красивенький. Только как-то хреново стал. Стоп, я что-то подобное видел на Денди когда-то играл. Вот точно помню, вот такие вот фигулины. Или что-то путаю, но реально прикольная была игра. Еще там был редактор уровней. Это байк, блин. Давай! Эх, ностальгия, Дэнди. Этот байк может быстрее. Да, жалко не велик, но тоже неплохо. Слишком уж тихо. Да, реально, с Дэнди это взято. It is possible. Версия 3. Да, блин, нифига себе. Так, надо чуть двинуться вперед. Ой, блин, не ту клавишу нажал. Ха-ха-ха. О, блин, ты ж должен жить. Так, ладно, куча стрел в меня вонзили. Или живой. Тихо, мина! Оу, блин. Я хороший, не надо меня. О боже мой. Так, они что, типа, если в мины попадают, то они взрываются или как? Во-о-о, я вообще отлетел в кусок, блин, плоти. И мина там как-то оказалась. О, черт. На мину обязательно попадаю. Оу, вот каким образом? Давай же! Не хочу фейлиться, поэтому я последний раз пытаюсь пройти этот уровень. Это эпик был! Я почти дошел, у меня есть надежда на то, что я могу пройти этот уровень, гребаный. Блин, вот между мин становится. Эпичная мина. Расстреляйте, дайте гребаные мины. Капец, тут все взорвалось. Тут кто-нибудь вообще выжил? Хотя да, про выжили. Блин. Хедшот ему сделали мины. Ау! Так, сдвинул мину. Так, есть, только вот это одна.
Все, теперь мне ничего не грозит. Мне осталось только... О, нифига себе! Они сверху летят на меня! О, я живой, фак! Так, мне осталось только удачно допрыгнуть. Ох, мертвый, блин! Ты не должен умирать. Нате вам, мина. Неужели? Так, давайте еще сегодня один ролик поиграем. Джетфол, что такое? Ясно. Оу. Блин. Так бошку оторвет еще. Боже мой, уже руки лишились. Ушли на медиум, not hard, hard, very hard, extreme, freaky, бро, тормози, блин, куча говна уже в нем, тихо, PewDiePie, Чак Норрис. Тихо. Так я еще живой, главное не сдохнуть. Аккуратненько. О, черт! А, мне руки снесло, но я живой. Ты ведь сможешь без рук доехать тут? Так, Чак Норрис. И тут, конечно же, какой-то эпик нас поджидает. На, это эпик был. Дед сидит в туалете и делает что-то с мужиком. Ну что же, ладно, это был выпуск с веб-камерой, такой вот, даже несколько выпусков. В общем, надеюсь, вам понравилось. Пишите, стоит ли продолжать так. А, если, конечно, получится какую-то еще игру снимать на вебку, ну или вы знаете, нормально пробуют. Ну, если с Фрапсом снимать, чтобы не лагало совсем в игре. Если знаете, пишите. Надеюсь на вашу помощь. Ну, а с вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.